И снова всем привет, мои дорогие друзья и подписчики. Я рад вас всех приветствовать на своем замечательном, что самое главное, актуальном и познавательном YouTube-каналчике. А хвалит и показывает Москва, себе Грезников, то бишь я, на связи. И сегодня уже на улице, девочки, мальчики, офигеть, вы не поверите, 17 июля 23 год. И несмотря на что, а сегодня в Москве с самого утра выдалось очень жаркое, очень тяжелое, тяжкое, вообще сумасшедшая погода, очень душная, это просто можно отбросить коньки. Но я, как всегда, взял себя в руки, я же ведь оптимист, несмотря ни на какие невзгоды, вот, причесался, не спеша, умылся, обулся, вот, подпоясался как надо ремешком армейским и с нетерпением отправился в очередной раз за покупочками в гипермаркет Ашан-Атак. И вот я сейчас хочу с вами поделиться своими покупочками, которые я там только что в Ашанчике совершил. Что же я там сегодня купил? Ну, во-первых, как всегда, я купил по традиции вот такую вот обалденную колбасу ливерную, называется Вострякова 2. Самая считается полезная колбаса из всех колбас, которые только есть на нашем рынке, потому что там хороший состав, натуральный абсолютно, там и сердце, и свинина, и субпродукты мясные, и шкурка свина, и печень говяжья, и прочее, прочее. А самая вредная колбаса – это сырокопченка, сырокопченая. Да, она вкусная, вот, но она вредная, поэтому ее нужно как можно меньше и реже есть, вот, жрать и тонко-тонко резать. Вот. Ну, короче, тут вес стандартный в этой палке 400 граммов. Я таки купил 3 палки общим весом. Кило 200, вот, 3 раза по 400, кило 200, правильно? Правильно. А вот, и цена за одну палку составляет за 400 граммов 93 рубля 99 копеек. Вот, раз палочка. А партии все это разные, но это сроки годности хорошие. Видите, это однажды даже до 16 августа 23 года. Вот, вот, вот раз палочка, вот раз. Видите, какая вот раз завязочка, какая двойная, не знаю, как тут получилось. Обычно вот одна, видите, одна веревочка, тут как-то две получилось. Ну, на, хорошо, хоть это на вес никак не влияет. И здесь вот одна. Короче, вот такие вот три палки. Давайте мотор, мальчики, сделаем, девочки, бабушки, дедушки, вот, тетюшки, дядюшки мои хорошие. Вот, парни, девушки, всем привет. Сейчас мотор авторский сделаем, мои хорошие. Вот, мотор авторский, как говорится. Вот. Не знаю, готов, не готов мотор, получилось, не получилось. Ну, вот такая вот колбасочка, вот такая вот ливерная. Вот. Там же в Ашане, естественно, я сегодня купил помидоры. Помидоры в Ашане дешевле, тьфу ты, блядь, дороже. В Пятерочке помидоры дешевле, дешевле еще в Чижике. Ну, сейчас не знаю, было так. Ну, вот в Ашане Пятерочке где-то за 100 килограмм вот помидоры. Томаты, а в Ашане дешевле станет, самый дешевый в Ашане по 120 рублей за килограмм, а там уже пошли и выше, выше, по 200 чем-то и до бесконечности. Но вот сегодня в Ашане были помидоры по 119,99 за килограмм. Лучше, чем в Пятерочке, во-первых, пахнут реально помидорами, и это не как в Пятерочке, а это, знаете, как, какой сорт? Это томаты розовые, вот, розовые, Россия, розовые, вот такие вот, короче, 119,99. Я сам выбирал, сам взвешивал, сам накладывал. Здесь у меня общий вес 840 граммов. Поэтому мы эти с вами 840 граммов умножаем на 119,99 и получаем. Вот за эту красоту я отдал 100 рублей 79 копеек. Вот такие вот помидоры, мальчики. Вот такие вот помидоры, девочки. Смотрите, какие помидоры, видите? Вот такие помидоры. Помидоры, 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 томаты, 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 помидоры, помидоры, томаты, томаты, помидоры, томаты, томаты, помидоры, 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 помидоры. Вот такие вот хорошие. Пахнут обалденно просто. Обалденно. Вот такие, видите, бордовые, прям мясистые, красные. Обожаю помидоры. Короче, знаете, сколько здесь штук? Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, короче, 8 штук, вот, 8 штук. Это вот на еду, в чистом виде будем есть, вот. Не жарить, не парить, ничего. Так вот, в чистом виде, вот. Салатик туда-сюда. Вот такие вот помидорчики. Вот, очень хорошие. Видите, прям реально бордовые, я сам выбирал. Вот такие вот обалденные, вот такие вот помидоры. Вот, так, с помидорами разобрались. Слава Богу.
там же в Ашане, вот, по просьбе моего подписчика, донатера, фанатера, который вот накануне мне задонатил на стриме, больше 500 рублей. Огромное тебе спасибо, чувак. Ник у него, вот имя пользователя, на Donation Alerts, очень такое непристойное, поэтому я его не буду озвучивать. Поэтому ты меня понимаешь, зайка, спасибо тебе за больше, чем за 500 рублей ты мне задонатил. И вот ты мне задонатил на печенье Яшкино, и на томатный сок, потому что томатный сок очень полезный. Ну вот я купил томатный сок, вот, в Ашане подороже томатный сок каждый день, чем в Пятерочке, красная цена, томатный сок. Но в Пятерочке, пусть даже он и дешевле, полтинник стоит, но там литра нету, там где-то 900 с чем-то граммов, вот. А тут как-никак, честный вес, 1 литр объем, и действительно видно, что больше это. Ну и чуть-чуть подороже, короче, стоит в Ашане 51 рубль 98 копеек, ну, грубо говоря, 52 рубля. Ну, а Пятерочке полтинник, и за 2 рублей, зато здесь веса больше. Так что в Ашане пока еще на сегодняшний день выгоднее покупать томатный сок. Вот, и, ну, там были добрые, естественно, и Ричи, и там разные, но они очень дорогие. А зачем нам эти фирмы, бренды переплачивать, коробочки красивые? Вот, хороший сок, короче. В Пятерочке, помню, вообще был по 27 одно время томатный сок, потом по 30 с чем-то, а сейчас уже цена составила аж даже 50 рублей. Короче, огромное тебе спасибо, донатер, жди обжорчик вот на этот сок, дегустацию. Вот, спасибо тебе за донаты, дай бог тебе здоровья, зайка, вот, за все твои донаты. 51 рубль 98 копеек. Вот такой вот сок. Производитель совершенно другой. Не как в Пятерочке. Сейчас скажу, какой. Вот такой вот. Короче, изготовитель ООО, фирма «Нектар». Это Россия, Самарская область, город Самара, проезд или проспект Мальцева. Вот, поэтому Самара. Ах, Самара, городок неспокойная я. Привет Самаре, передаю московский обжор. Вот, это Самара. Вот. Самара, привет! Вот вам от московского обжорщика, от доброго человека, от Серёги Резникова. Вот такой сок томатный восстановленный, с мякотью, солью и с сахаром. Вот такой вот. Вот. А обратите внимание, чтобы его открыть, нужно сначала поболтыхать, чтобы там все разошлось, разболталось, как болтушку, как циндол. Болтать нужно вот так вот. И открывать ножничками, вот ножничками. Но там сок еще был, двухлитровые пакеты. Они где-то 100 рублей, там, или 101 или 102 рубля, двухлитровые пакеты. Ну, то есть, так же и выходит. То есть, обычно говорили раньше, как, что, типа, большую упаковку выгоднее брать, чем две таких маленьких, да? А сейчас разница, ну, там, может, какая-то копейка. Вот, но зато, обратите внимание, большие пачки, объемом которые по 2 литра, по 2 килограмма, там мальчики, это вот, крышечка, с крышечкой. То есть, крышечку открываете, наливаете. А тут уже вот так вот, либо ножницами отрезать, либо вот так вот накатками. Ну вот так вот, вы поняли, да? Вот такой сок, короче, очень и очень свежий. Сделали 13-го в чертову дюжину апреля 23-го года, а година ждать до 13-го апреля следующего 24-го года. Вот такой вот сачок. Вот это вот на обжорчик люди просили. И этот же человек, донатер, который задонатил больше мне 500 рублей за тот вечер, он попросил, чтобы я купил еще печенье Яшкино. Я весь Ашан обошел, не мог найти. Думаю, что за печенье Яшкино? Вафли были, туда-сюда, что только не было от Яшкино. Вот, но печенья никакого не было. И там я увидел крекер с солью. И крекер называется французский крекер с кунжутом. Выпекается в печи. Ну, вот я его и взял. Ну, думаю, приду домой, если что, скажу, что не нашел. И это... Вот, ну короче взял, а потом это еще чуть дальше прошел на другую сторону и нашел уже печенье. Вот, не знаю, бывает другое или нет, но вот я увидел впервые такое в жизни, это вот новинка Яшкино, Java Cake, клубника, сок натуральный, 137 граммов в этой пачке, легкий воздушный бисквит, да, сочное ароматное желе, с натуральным соком клубники, плотный слой глазури. Не знаю, наверное, может, еще какие-то бывают разновидности, может быть, там, я не знаю, какие. Вот, ну и оно очень дорогое, и я не хотел брать, но думаю, надо взять, все-таки люди задонатили, а я же ведь очень честный, и это, ну, думаю, блин, а вдруг в Пятерочке или в Красном, или Белом, или еще где-то он стоит дешевле, а я тут такие бабки сейчас отдам. Ну, думаю, а может, да кабы, как говорится. Думаю, а пойду в Пятерочку или в Красное, Белое, больше времени потрачу за проезд туда-сюда, а может быть, вообще его там не будет, вот. Или будет еще дороже. А может,
Ну, а может дешевле, ну и хрен с ним. А может ДКБ, а то пойду, вообще его не будет. Правильно, в продаже, может, вообще его не будет. Вот. Ну, взял, короче. Наверняка где-нибудь он стоит дешевле. Потому что в Ашане что-то дешево очень, что-то очень дорого, втридорога. Вот. В Ашане брать выгодно только когда там скидки, акции, а так дорого там все. Вот. Ну, думаю, возьму, хрен с ним. Как говорится, не обеднею. Ну, вы мне все равно поможете, компенсируете, да, в следующий раз. Поэтому спасибо, кто донатит, помогает вот, мне финансово, как говорится. И вот это, короче, знаете, сколько он стоит? Я чуть не офигел. Очень дорого. Короче, сейчас скажу, где тут надо еще найти, не могу найти ни хрена. Так. А что-то я не могу его найти-то. Сейчас, что-то не могу найти, как нарочно. А, нашел, вот, печенье клубничное. 80 рублей 49 копеек, офигеть, 80 рублей 49 копеек, здесь 137 граммов, вот такой вот, короче, это, короче, печенье сдобное, клубника, от Яшкина, впервые такой вижу, вот, никогда бы не купил бы, вот, потому что мне не по карману, это очень дорого, ну, думаю, возьму, потому что люди помогли мне финансово, поэтому кто сколько может, помогайте, заказывайте обжорчики, приветики, может, кого-то надо с днем рождения поздравить. Вот, кто сколько даст, чисто символически на еду. А я для вас запишу уже видеообзор. Вот, и вам будет хорошо, и мне хорошо. Вот. Вы не обеднеете, если мне задонатите, подарок сделаете, а я не разбогатею. Поэтому все по справедливости. Очень свежее, видите, я беру всегда все только самое свежее. Ну, вот такой вот печенец, не знаю, надо будет попробовать. И там же, в этом же отделе... вот такой вот, ну это уже так просто, купил так просто в качестве бонуса. Яшкино французский крекер с кунжутом, выпекается в печи. Яшкино, да, слоистым, хрустящим и воздушным крекер становится благодаря особой технологии приготовления теста. Секрет необычного вкуса в сочетании с кокосовой стружки и обжаренного кунжута. Хрустящий, да, с нотками кокоса, да, быстрый источник энергии, да. Вот такой вот, короче, Яшкино от компании КДФ. Но этот уже стоит крекер 39 рублей 90 копеек. Ну, без 10 копеечек, а 40 рублей. Но там еще крекер был дешевле, за 29 рублей. Но он уже просто с солью, и там грамм поменьше. А тут как-никак все-таки очень много грамм. 185 граммов. Вот, это я уже так просто взял. Вот. В качестве бонуса. Может, пивко закусывать им можно, еще там что-то, или так просто вот. Хорошая вещь. Еще бывает крекер с этой вот, с клубничной этой начинкой, вот я не... Такой кремовый, но что-то в Ашане я его как бы не нашел, не знаю. Может, искал не там, где надо, не знаю. Короче, все свеженькое, сами видите, вот одну пачечку. Вот, там же, мальчики, девочки, бабушки, дядюшки, в Ашане я сегодня купил по скидке по акции. Вот такой вот сыр престижный от фирмы Карат. Это московский завод плавленных сыров. Известен, основан с 1934 года. А президенты дорогие там были, что-то по 300 с чем-то, какие-то по 200 с чем-то. Это тоже дорогой сливочный, хотел его взять. Но вот скидка была сегодня именно только вот на янтарный и дружба. Вот, дружба. А, вот, ну я не знаю, я решил этот взять. Когда нет скидки, он стоит 200 с чем-то рублей. Но сегодня была на него скидка. Бишкек не давали, просто скидка. Цена составила, знаете сколько? 169 рублей 90 копеек. Ну, короче, грубо говоря, без 10 копеечек 170 рублей. Здесь, короче, 400 граммов. Это янтарный. Вот такой вот, разные там были сроки годности, но вот я наковырял самый свежий. 5 июля 23-го сделали, а ходе наш даже до 1 марта следующего нового 24-го года. Видите, как я всегда все ковыряю свежее. Снежным, да, молодым сыром. Вот такой вот, короче. Вот. Он очень полезный, очень вкусный. Вот. Не только одну колбасу жрать, надо еще и сыры включать в свой рацион. Вот, и поэтому я сегодня такие купил две пачки, вот, две пачки. Грубо говоря, по 170 рублей, вот, две пачки. Общим весом 800 граммов. Вот так вот, видите, куда деньги уходят, все ваши донаты, все ушли. Вот, поэтому, так, кто сколько может, помогите. Вот, поэтому так, и это, там же в Ашане, естественно, я сегодня туда, собственно говоря, за этим и поехал, для того, чтобы холодильник, весь морозилку забить, у меня и так уже почти там все забито, чтобы всегда были в доме блинчики, вот, яйца тоже должны всегда быть в доме куриные, но сегодня что-то какие-то дороговатые были в Ашане,
Вот, да и тащить не хотелось, еще маленько есть у меня, в следующий раз куплю. Вот, ну, короче, сегодня блинчики пока такие же, они когда нет скидки, вот, например, с ветчиной и сыром стоит пачка, в которой 3 штуки, 210 граммов, около 90 рублей. Вот, считать килограмм, сколько выходит, дорого. Вот. А эти какие-то там по 60 чем-то, какие-то по 70 чем-то, по 80 чем-то. Ну, короче, сегодня они все были по одной цене по скидке. Все по одной цене. Знаете, сколько? Сейчас скажу, почем они сегодня все. По 44 рубля 90 копеек. Вот. 44,90 за пачку, в которой 3 штуки, а весом 210 граммов. Ну, вот я сегодня решил взять, короче, 4 пачки яблоко, лимон и корица. А вот 4 пачки с ветчиной и сыром, 3 пачки с творогом и 4 пачки с мясом курочки. Вот. Количество общее 15 штук. Вот. Так что вот такие вот покупочки. Много сегодня денег слил. Вот такие вот очень и очень свежие. Видите, сделали 14 июня. Сегодня я буду эти жрать и буду их сегодня для вас дегустировать. Вот такие вот, короче, видите, вот, вот таких вот, раз пачка, офигеть, да, два, офигеть, три, вот, 4 пачки, это вы видите, да, яблоко, корица, лимон, вот, сюда пока ложу, вот, 4 пачки с мясом курочки, вот, с мясом курочки, видите, вот, 4 пачки с мясом курочки, вот, 3 пачки с творогом, вот, тоже очень хороший, я уже пробовал, обалденный, очень много творога. Вот, 3 пачки с творогом и 4 пачки, вот эти самые дорогие у них. А с ветчиной, с сыром, вот, раз пачка, 2, 3, 4. Итого 15 пачек. Вот и считай, 15 раз по 44 рубля, как говорится, вот, 90 копеек. Вот такие покупочки были. Потратил, короче, очень много. Больше 1500 за все потратил. 1600 там с чем-то. Все, на этом все. Не болеть, не хворать. А я сейчас блинчики буду замораживать. Вот, все. Пока.